среду в Самарской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха в дневное время -2, -6 градусов, ночью -6, -11. Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 2-4 метра в секунду. В Сызрани небо закроют тучи, но без осадков. Днем -3, ночью -6 градусов. Ветер северо-восточный, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, осадки в виде небольшого снега. Днем -5, ночью -11 градусов. Северо-восточный ветер 2 метра в секунду. В Самаре облачно, утром снег, днем -4 градуса, к вечеру похолодание, ночью -10. Ветер северо-восточного направления 2 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 83%, геомагнитное поле возмущенное, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.